Привет! Сегодня у нас вкусное, полезное, жаркое в рукаве. Если вам надо быстро приготовить что-нибудь на ужин, а не хочется долго возиться, то это идеальный вариант. Готовится быстро, просто и удобно. Все ингредиенты подготовьте заранее, промойте, очистите, нарежьте говядину. Очищенный картофель нарезаем на крупные ломтики. Мелко не нарезайте, так как при запекании, чтобы она не превратилась в пюре. Все овощи выкладываем в одну миску. Очищенный морковь также нарезаем крупными кусочками. Берем помидорку, нарезаем на 4 части. У меня сорт помидоров сливка, очень сладкий сорт помидоров. Также нарезаем болгарский перец, можете брать любых цветов, это придаст блюду яркие краски. Блюдо будет вкусным, еще и очень радовать глаз красотой своей, яркими цветами. Сюда же добавляем размороженную стручковую фасоль, брюссельскую капусту, крупно нарезаем чеснок. Солим по вкусу. Добавляем майоран. Также посолим, поперчим наше мясо. Добавляем паприки немного и хорошо перемешиваем, чтобы специи досталось каждому кусочку. Также обязательно перемешайте овощи, чтобы специи распределились по всем овощам. И последний штрих – лавровый лист. И блюдо почти готово. Берем специальный рукав для запекания. Закручиваем одну сторону такой специальной проволокой, которая есть при продаже таких рукавов, чтобы блюдо наше не вытекло. Вот такая форма для запекания у нас сегодня будет. Открываем наш мешочек и кладем сначала немного овощей. Затем мясо. Будем распределять равномерно, чтобы мясо в мешочке перемешалось с овощами. Снова кладем овощи. Мясо. В конце высыпаем оставшиеся овощи. И заворачиваем наш рукав, наш мешочек. Вот так вот будет запекаться у нас наше жаркое. Закручиваем и вторую часть мешочка. И
кладем на противень, в противень немного льем водички кипяченой и ставим в духовку. При запекании оно будет немножко вздуваться, будет пар. Когда разрезаешь, идет такой аромат. Это очень вкусно, обязательно попробуйте. И если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Приятного всем аппетита и до новых встреч! Готовьтесь с любовью, живите вкусно!